и отправляем его в программу. Раскрываем его в программе для обработки изображения. Так, вот это моя одноклассница Настя. Все знают, я подарил ей цветы. Вот эти вот цветы. Так, вот. Ну, не верите? Ну, вот смотрите. Сейчас я повторю этот подвиг еще раз. Я провожу границу. Я обвожу цветы. Вот одну розу. Так, я не выхожу, вот эту вот веточку не обвожу, потому что это вот очень внимательно и очень сложно. А я вот обвел вот эти две розы и немножко с букетом, и немножко вот с этими белыми какими-то там, ну, вот травками. Вот с травинками. Вот, и обвожу целлофан. Вот. Теперь все это копируем. И вставляю назад. Убираю фоновую заливку. Вот смотрите, Настя, у тебя было два цветка. У тебя четыре теперь цветка. Вот смотрите, я вот взял своей рукой и дарю тебе цветы. Вот на, вот видишь, я вот дарю вот тебе. Вот это были мои цветы. Мои. Но это мы просто так не оставим. Мы их увеличим. Теперь вот у тебя больше стало. Так. Нет, вот надо чуть-чуть подвинуть. Должно быть естественно. Букет увеличен. Мы увеличили, ну, количество роз. Так. Надо чуть-чуть повернуть. Потому что это же букет. Надо чуть-чуть по-другому вот подвинуть. Здесь будут эти розы, а те розы где-то вот тут, так. Вот так. Теперь надо еще добавить. Роз мало не бывает. Цветы вот прибывают и прибывают. Мы их дарим, дарим и дарим. Цветов становится сто больше, все больше, больше и больше. Надо вот это все развернуть, чтобы было видно, что это я держу их в руках, эти цветы. Вот букет, вот такой вот букет, смотрите, вот видите, большой, огромный букет я дарю Насте Самухиной. Кто-нибудь сейчас сомневается, что я подарил своей однокласснице Насте букет цветов? Ну, видите, теперь этот целлофан. Упаковка вот она мешает. Давайте сотрем все лишнее. Так. Стер. Дальше не стирается. Знаете почему? Потому что это целлофан от другого букета. Каждый раз надо стирать. Вот, смотрите, вот достаем из ниоткуда мои пальцы. Спасаем их из плена. Так, теперь надо вот этот букет стереть. Надо искать, очень аккуратно искать, где там заканчивается моя вот рука. Надо мою руку достать. Так, теперь стираем целлофан другу. Так, оказывается, вот тут вот очень большое продолжение должно быть. Надо стирать дальше. Еще раз сотрем. Так вот, стираем. Стираем, стираем. Стираем еще раз. Вот. Вот. Все лишнее надо убрать. Надо на свободу достать. На мою ладонь, в которой я держу эти цветы. Да. Так, вот. Достаем.
Что-то мне кажется, надо вообще кардинально сразу очень много стереть. Так что это такое? Так. У меня такое ощущение, что там еще одна рука. Там же Настина рука. Теперь ее надо еще доставать. Достаем Настину руку. Так, выделяем следующий букет цветов и стираем его. Точно, там Настина рука. Там вообще надо было стирать веником, подметать. Так, это все лишнее надо стереть, чтобы оно не мешало стирать, стирать и стирать. Так, вот это оно что такое стереть? Так, вот. Теперь надо руку лучше вот достать. Настя держит меня за руку. Такую руку надо достать, чтобы это было видно. А то она потом будет сомневаться. Так, вот это надо стереть. Так, вот все, Настя вот держит. Я вот дарю ей цветы, а она их вот взяла. Вот взяла целый большой, огромный букет с розами. Так, букет с розами. Что здесь мне не нравится? Что мне здесь не нравится? Давайте сохраним. Давайте это все сохраним, назовем это все, пускай это будет, на всякий случай уже будет эта вот фотография. А дальше, пока все это сохраняется, мы подумаем. Вот все, теперь вот значит мы решили добавить цветов. Мы решили добавить цветов. Вот так. Вот, значит. И мы вот это вот сделаем очень просто. Мы берем и добавляем цветы. Букет будет большой. Цветы надо, повернуть, конечно, чтобы выглядели естественно. Чтобы это было похоже на букет с цветами. Добавляем еще цветы. Повернем. Это будет большой, огромный букет с цветами. Еще один букет добавим. Вот, да. Да, вот добавим. И еще один букетик. Цветов становится все больше и больше. Повернуть надо, чтобы выглядело так, что это все в одном букете собрано. Так, зря я заслонил. Так, вот. Смотрите, какой большой, огромный букет с цветами. Это очень огромный букет с цветами. Теперь надо это все надо постирать. Берем резинку и вот эти лишние хвосты, которые мешают нам видеть руки, мы их стираем. Причем каждый раз это вот это вот разные букеты цветов. Их каждый раз надо стирать. Надо находить тот кусок, который мешает, и стирать его.
Стираем, стираем. Вот еще один. Теперь вот этот вот. Вот, наверное, сейчас уже начнется. Вот рука уже начинает появляться. И мы уже вот видим Настин браслет. Так. Настин браслет спасли. Теперь надо вторую Настину руку доставать. Так, еще сначала мою руку на свободу достанем. Так, вот эти вот маленькие, ну, вот камушки тоже надо постирать. Так, вот что это у нас? Начинаем стирать этот букет. Так, тут вот стираем, стираем, стираем. Так, вот это вот тряпку, эту остаток от предыдущего букета стираем. Теперь стираем вот этот хвостик от букета. Так, Настина рука появляется. Так, стираем вот здесь вот побольше. Так, теперь выделим другой и стерем его. Вот так вот. Теперь вот, вот еще вот надо руку Настину теперь вынимать из-под цветов. Спасаем от цветов. Вот, цветы были завернуты в целлофан. Так, ну и они в целлофане пускай и будут завернуты. Ну вот, вот все, руки достали мы. Теперь видно, что я держу этот букет, а Настя этот букет взяла. Ну, немножко еще чуть-чуть стерем вот тут вот, чтобы вот еще совсем вот хорошо все было видно. Вот. Вот, смотрите, все. Никаких хвостов нет. Все, вот смотрите, какой огромный букет цветов я ей дарю. Настя, одноклассница, огромный букет цветов я тебе дарю. Вот так вот надо работать на компьютере. Баловаться. Сохраним это все. Сохраним это все, чтобы мы могли эту фотографию потом Насте, ну, показать. Чтобы она не сомневалась, что я когда-то ей подарил цветы. Она его взяла, этот букет цветов. С розами. Вот, сохраняем. Вот. Сохранили. Вот так вот. Ну вот все. Закрываем, закрываем программу. Все закончилось. Смотрите. Вот цветы. Вот, вот стало. Вот было. Вот стало.